Что ты делаешь? Не так закапывают, дай мне. Дерьмовые капли. Совсем не капают. Теперь капли виноваты. Не я же. Есть возможность выступить. Да? Я тебе ухо закапываю, сиди тихо. Рассказывай. Здесь не самое лучшее место, но что поделать. Сколько я получу, Лиса? Сиди спокойно, это бесплатно. Бесплатно? Издеваешься? А ты, Мик Джаггер, все начинали петь за хот-дог. Кем ты себя возомнил? Бесплатно, мать твою. Дай мне. Нет, подожди. Прошу тебя. Что? Это ради тебя, ну пожалуйста. Пойдем? Пойдем. Пожалуйста. Вам не нравится, как мы играем? Нет! Заткнитесь. Я добирался сюда на трех автобусах. Ты что, они же дети? Они меня бесят. Что вы так смотрите? Не пугай их. Спой что-нибудь спокойное. Что ты хочешь, чтобы я спел? Колыбельную? Я не знаю, что им петь. Ну ладно, проехали. Хотите, я вам спою? Да! Иди. Садись, давай. Садись и слушай. Какая невоспитанность. Все хлопают, кроме тебя. Извини. Что? Томас глухой, он тебя не слышит. Почему ты молчишь? Ты устал? Нет. Дело не в этом. Я не могу забыть того мальчика. Он глухой. Томас? Да. И что? Когда ты пела, он тебя не слышал. Он не мог тебя слышать. Он не слышал, но чувствовал вибрацию музыки. Нет, Лиса, ты ошибаешься. Глухие ничего не слышат. Ни музыки, ничего. Ты слышишь? Перестань, это не байки. Они чувствуют музыку. Даже под нее танцуют. Лиса... Вот что я тебе скажу. Глухие ничего не могут. Они не слышат, не танцуют. До тебя это еще не дошло? Ну что за чушь? Ты просто все не так понимаешь. Мне кажется, ты сегодня не в духе. С меня хватит. Подожди. Пусти, мне это надоело, пусти меня. Лиса, успокойся. Успокойся, присядь. Нет, пусти меня. Присядь, Лиса. Поцелуй меня. Нет.
Ты сама просила, чтобы я с тобой поехал. У нас все хорошо. Мне уже лучше, Лиса. Этого недостаточно. Ты знаешь, что сделать, чтобы я тебя поцеловала? Прекратите играть!